20 минут нужно выйти из дома. Вот ушло 5 минут на почистить, на помыть, на собрать и приготовить. Даже может чуть меньше. Минута на попить и 3 минуты на то, чтобы помыть. Ой, вот это приключение. Сейчас где-то около минус 15. И вот курить вот сейчас в такой мороз, ну, удовольствие совершенно не доставляет. Не доставляло, но все равно курили. Думаю, что это опять же по привычке. Я вышел на улицу, пофигу, что там мороз. Я курю, потому что я курю. На морозе вообще курить не хочется, и даже не представляю, как раньше курил на морозе. Вот, к примеру, я зашел погреться в кафе, выпить чаю, и я сейчас уже ехал пока, и сейчас я вспоминаю, что с чаем чай и сигареты вообще не ассоциируются. Сегодня Александр Масолов прислал мне видео. Пока Димон Моисеев пытается бросить курить, пьет морковный сок и постоянно мучается. Мы тут катаемся на горных лыжах и о сигаретах вообще не думаем. Так что мой вам совет для тех, кто хочет бросить курить. Берите лыжи и езжайте на природу. Саня, да, но есть те секунды, когда ты этим все-таки не занимаешься и ты хочешь покурить. Я не знаю, вот я все-таки в сторону привычки отхожу. Вот у кого-то, не у меня, у кого-то, возможно, привычка курить перед сном, там, не знаю. Ну вот, покурить и ложиться спать. И вот что в эту секунду делать? На лыжи идти вставать? Нифига. Что в эту секунду делать? И я не знаю. Сигарета за эти 15 лет, вот грубо говоря, если включить фантазию, она стала свидетелем многих событий, которые были со мной в жизни. Сигарета со мной по жизни. Последние 15 лет я курю, она все время пачка здесь. Сигарета свидетель событий.